В Волоколамске масштабная акция протеста из-за массового отравления детей. Меня зовут Фарида Курбангалеева. Здравствуйте. Сотни жителей подмосковного города вышли на улицы с требованием закрыть мусорную свалку в Ядрово. Поводом стало массовое отравление школьников. Десятки детей были госпитализированы сегодня с жалобой на головокружение, головную боль и рвоту. Губернатора Подмосковья, который прибыл сегодня в Волоколамск, горожане встретили криками «позор» и забросали снежками. Дайте я ему глаза! Бежите! Здравия, друзья мои. Вот по поводу мусорных страстей в Волоколамске. Уже кто только не высказался. Множество блогеров поэтому на этой теме себе немножко хайпанули. Друзья мои, а я хочу посмотреть немножко с другого ракурса на эту проблему. Да, людям деваться некуда, да, людей приперли к стенке. Да, теперь этот полигон начинает травить целый город, который находится рядом, Волоколамск. Да, друзья мои, это происходит. А что делать? Что толку сейчас кричать и там разбивать очки там мэру города или там стучать по голове там губернатору Московской области Воробьеву. Кстати, он получил, чтобы вы все знали, он почетный член еврейского собрания московского. Узнаете об этом? Он лично получил из рук самого Берлазара награду за строительство еврейского культурного центра на Рублевке. На Рублево в районе, там Рублево-Успенского шоссе, друзья мои. Вот такие дела. Ему наплевать там, что бои там, подумаешь, там один город вымрет, там или там еще несколько городов вымрет. Им на это насрать, друзья мои. У чиновников дома, собственности, виллы, замки, все за границей находится, счета. Они тут с вас только капусту собирают в виде налогов и перечислений всяких акцизов, налогов на добавленную стоимость. Сборов за дороги, виды Платона, за капитальный ремонт и всяческих таких других всяких податей, которые они только сидят и придумывают в своих кабинетах, как бы с вас еще последнюю денежку вытянуть, чтобы вы всегда сидели в нищете, чтобы вы всегда мечтали найти себе работу, хоть какую-нибудь, у того же еврейского дяди, чтобы идти к нему как раб пахать, на полусогнутых, чтобы потом эти же деньги и отдать в виде сборов и подать этим еврейским дядям, друзья мои. Вот такая вот ситуация. Ну а теперь хочу посмотреть, как же проголосовали на президентских выборах жители Волоколамска. Вот смотрим. Как они проголосовали, друзья мои. А проголосовали они весьма ожидаемо. Что тут говорить? Они проголосовали за Путина, как показано вот в ведомостях. Я просто зашел на сайт избирательной комиссии Московской области и посмотрел. Вот, смотрим. Избирательная комиссия Московской области. Главная страница. Итоги избирательной комиссии по выборам 18 марта. Смотрим. Путин Владимир Владимирович. Так, идем, смотрим, кто там проголосовал за Путина. Ну, все проголосовали за Путина, но нас интересует именно Волоколамская, территория Волоколамской территориальной избирательной комиссии. Вот, 13107, это 70% от проголосовавших. Смотрим по Волоколамску конкретно, по всем участковым избирательным комиссиям. Владимир Владимирович Путин. Везде, вот, везде. 70, 66, 64, 67, 65, 64, 69, 72, 69% голосов за Путина. Вот 75 даже есть процентов за Путина. 72, 76, 79 даже есть процентов за Путина. Вот, оказывается,
Весь Волоколамский район проголосовал за Путина, друзья мои. Это за того человека, который не заставляет работать свою вертикаль, там, нижестоящих чиновников. Он не заставляет работать, как им положено. Он не заставляет их служить народу. Он не делает для этого ничего. И при этом Волоколамский район весь дружно проголосовал за Путина. Ну, вот имеем то, что имеем, друзья мои. Проголосовали за Путина. Ну вот еще 6 лет вам будут крутить ласты, засовывать в автозаки, и любое ваше недовольство пресекаться будет самым жестоким образом. Тюрем уже в Московской области несколько настроили новых пустующих корпусов тюремных. Вот они будут заполняться нами с вами. А такие, как Воробьев с Берлазаром, будут отдыхать в своих еврейских центрах, друзья мои. Вот такая вот обстановка на Руси. Хотите верьте, хотите нет, это настоящая правда. Умейте смотреть, как говорится, правде в глаза. Строительство центра было бы невозможным без поддержки правительства Московской области и лично губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, которую он оказывал созданию общинного центра на всех этапах. Андрей Юрьевич лично посетил открытие центра. Великолепное здание, великолепное место. Я не сомневаюсь, что эти великолепные стены будут наполнены такими же людьми, такими же поступками, такими же намерениями, которые очень необходимы нашей стране. На двух этажах комплекса расположены все необходимые помещения для богослужения и общинной жизни. Мужской и женский молельные залы синагоги, две миквы, специальные бассейны для ритуальных омовений, кошерный ресторан, банкетный зал, лектории, библиотека, отель и детский центр. Так, за содействие в строительстве еврейского религиозно-культурного центра «Жуковка» премию Федерации еврейских общин России в номинации «Региональный руководитель» получает губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Я хочу сказать, что я вручаю данную премию, будучи, можно сказать, в трех лицах. Как руководитель Федерации еврейских общин России, от чьего имени вручается эта премия. Как руководитель религиозно-культурного центра «Жуковка» и как человек, живущий и проводящий много времени в Подмосковье. И могу сказать, что в содействии, в строительстве данного центра это не является чем-то особенным в деятельности руководства Московской области Андрея Юрьевича. Также он содействует строительству других конфессиональных центров и заботится о каждом жителе Подмосковья. Я могу сказать, что дай Бог, чтобы большинство руководителей регионов так переживали, так думали, так родили за свой регион и за каждого его жителя, как Андрей Юрьевич о Московской области. Добрый вечер, здравствуйте. Большая честь находиться в кругу еврейской общины на традиционном, очень добром мероприятии, о котором я слышал от своих друзей, но здесь нахожусь впервые. Я очень дорожу этим знаком внимания, этим признанием. Как и все мы прекрасно понимаем, что приятно, когда мечты сбываются, когда задуманное кем-то, задуманное доброе, хорошее материализуется. Так произошло с синагогой в Жуковке. И на самом деле главные виновники этого успеха – это, безусловно, президент, который с первого дня поверил, поддержал, сделал все для того, чтобы этот проект реализовался. Главный виновник – Берлазар и Александр Моисеевич Борода, которые неустанно проходили и буквально через терник звезды обеспечили реализацию этого проекта. Главные
Виновники – те, кто сплотились вокруг этой идеи. Это община, которая присутствовала на открытии, дети, которые уже ходят сегодня. Я не сомневаюсь, что в этих стенах будет воспитано очень много духовно богатых, добрых и сильных людей. Хочу всех поздравить с наступающей Ханукой, с наступающим Новым годом. Мира, добра, любви, здоровья и всего самого-самого доброго. Живите в Подмосковье, а мы будем стараться делать так, чтобы все были счастливы. Закрой свалку! Свалку закроем, все! Не ожидайте договориться. Да вам это он долго будет рассказывать. Не будет. Посмотрите, друзья, как это выглядит на карте Google. Вот это деревня Ядрово. А вот этот ядерный мусорный полигон, на котором такие страсти разгораются. В интернете причем. На телевидении тишина о народных возмущениях. Ну, как обычно. Телевидение только благостную картинку показывает. Вот замеряю специально площадь ради интереса. Инструментом Google дает возможность замерить площадь. Вот. Получается 31 гектар. Эта свалка занимает площадь 31 гектар. Вот смотрим. Волоколамск. Вот он, Волоколамск. Недалеко от этой свалки. Вот сейчас померю от центра Волоколамска расстояние до самой свалки по прямой. Получается 5 километров всего лишь навсего, друзья мои. Вот в 5 километрах от Волоколамска находится свалка размером, ну, где-то 1/4 часть Волоколамска по площади. Всего доброго, друзья мои. Всех здравия всем желаю. Сегодня, кстати, день Весты. Исконно русский праздник весны и женский день. Всем девам желаю счастья, благоденствия, долгих лет здравой жизни и ведической мудрости. Все-таки от дев много зависит поведение в мужском поведении, как говорится. Мудрая дева всегда должна уметь наставить на путь истинный мужа своего. Всех благ, друзья мои!